Мы, пережившие страх неизведанного, про все непонятное узнающее в Яндексе, с детства нашпигованные таблетками, религией, ванилью и рекламой, жаждущие всегда успевать на автобус последний, иметь здоровые зубы и разрешать себе сладости, существовать мирно со своими скелетами, не рассуждать, но быть уверенным в главном. Мы, кажущиеся счастливыми и умными, так что кажемость подменяет нас самих, отчужденные, как стенами камер мониторами, перегородками офисных аквариумов, обожающие Путина, патриарха и болотных узников, всегда готовящиеся к войне, но выступающие за мир, плачущие по деревне, но корнями оторванные, зажатые, зачарованные, закошмаренные. Мы, выезжающие на Запад за шмотками, образованием и демократией, на Восток за всем остальным и мудростью, сажающие 6 суток в поисках дзена, в решениях парадоксальны внезапны, с национальными идеями в виде парада, водки, Великой Империи, Третьей Римской штучности, смотрящие неизменно вверх из коня, из коленей. Мы, требующие свободы слова, изгнания гома, зрелищ, справедливых законов и вождя на новый срок, печенек и презервативов, хлебов бездомным, преподать пиндосам урок. Мы, ставшие специалистами по гражданским судам и бракам, навсегда забывшие про гражданское общество, внимательно следящие за конфликтом в Ираке, растущим НАТО, фейсбуками бывших и звездой доморощенной. Мы, живущие в коммуналках, квартирах, коттеджах, обутые в кеды, туфли, ботинки, отзывчивы к слабым, больным, безутешным, завистливы к смелым, святым, перспективным. Мы, верящие в себя, Иисуса и зеленых человечков, суеверно и атеистично одновременно, проживаем сериал своей жизни беспечно, точно можем в любой момент остановить, отложить до востребования. Мы не боимся никого, ни потомков, ни Бога. Каждый поиском себя смертельно болен. Здесь много ли людей, которые выступают за политику Украины, но вот я свою более-менее нейтральную еще прочитаю, если вы не против. Мальчикам, погибающим на Украине. Сколько вас, мальчики, спит в безымянных могилах? Скольким лежать в позах смерти уже навсегда? Все вы недавно смеялись, боялись, любили. Каждый пытался войну для себя оправдать. Желтое море подсолнухов в раз поглотило черные танки, лиловые брызги от мин, алую форму с трезубцем и белые крылья аиста, сбитого здесь неплохими людьми. Снова снаряды летят, снова небо изрезано ливнем осколков, как тонкими бритвами плоть. Полк верных солдатиков гибнет за бездари, коим в майданном коллекторе всплыть повезло. НАТОвский план, интересы финансовых мамонтов, шкурная дружба ЕС и кремлевский гамбит требуют НАТОвский план, интересы финансовых мамонтов, шкурная дружба ЕС и кремлевский гамбит требуют лжепатриотства мальчишек заманивать, взращивать ненависть в память о братской любви. Мальчики, мальчики, вас не придется оплакивать, нет похоронок, а значит, надежда жива. Небо и поле, цвета украинского флага, степи Донбасса растерят у вас в головах. Это был в «Русском репортере» очень подробный репортаж, очень кровавый, не характерный для этого журнала, с подробностями о том, что там творилось на самом деле, как свои чужие, которые говорят на одном и том же языке, но до такой степени озверевшие. И самое страшное, что количество этих людей, пропавших без вести, оно вот никем не подсчитано, и их никто не хранил. Вот. Ну и, собственно говоря, это родилось как отклик. Так, наверное, надо что-то веселое и заканчивать этот блок. Так, как раз прочитаю два, написанных для хулиган-шока. Я так обычно не пишу, но здесь попросили. Однажды. Сейчас сразу. Ничего не глотать из букв. Однажды стою, продрогал в двери театра. Мой милый опоздал на полчаса. Билеты у него, он спутал адрес, а на дорогах пятничный абзац. Подходит парень, внешне аккуратный, говорит в полтона невзначай: пойдемте время проведем приятно, 5000 час и 1000 на чай. Я вспыхнула щеками, онемела. Принять меня за бабочку любви,
как рассмотрел он под дубленкой тело. И где сейчас мой драгоценный Свен? Да ты не бойся, продолжает парень. Квартирка рядом, выпьем, все дела. И как в романе, из желтобульварном стал без смущения позы предлагать. И так увлек паршивец, заморочил, что я почти сказала, что ж, давай, но напередил. Платить в расчет, в рассрочку у нас нельзя. И не забудь про чай. И тут ко мне опять вернулся голос. Я крикнула ему: идите на! По вас истосковался венеролог. Вам, как мужчине, полгроша цена. Мой мотылек ушел, пожав плечами. Лишь сутенер взволнованно ворчал. В чем он хорош, гадаю вечерами. 5000 час и 1000 на чай. Так, и... А венеролог истосковался по вам или по вас? По вас, так, так по правиль, вас? Правильная форма, да. Ой. Как филолог говорит. По теме. Так, и последний. Эгоист Степан. Степан Сергеевич верит в лучший мир. Не пьет, не курит, не играет в карты. В агит-рассказах он неутомим. Грозит грехопадением и расплатой. Он вежлив при костюме и в очках. Степан Сергеевич не выносит крови. Хотя не раз страдал от кирпича за то, что нес в квартиры Божье слово. Он чуток стал и ухом, и душой. Он жмет в дверной замок почти без страха. Степан – иеговист передовой. И знает все оттенки фразы «нахуй».